Женщины, март на дворе. Ваш праздник. Такая немножко странная вещь. Какая большая и нежная кошка свернулась клубком у меня на груди. Я теплое тело ласкаю немножко, но главное лакомство ждет впереди. Когда напоенными чувством руками я выну ее из досужих одежд, и сердце забьется неровно рывками, блаженство суля исполнение надежд, я вымою кошке роскошное тело. Она рассмеется, прекрасна нога. Я возревную, безмозглая Отелло. А что ж ты так долго ее избегал? Потом будет страсть. Про нее не расскажешь. Поскольку не создано правильных слов, я буду не прав ни однажды, ни дважды. Но после пойму, как мне с ней повезло. Поскольку никто так доверчиво, добро меня не желал и не будет желать. Поскольку в желании она бесподобна, умеет зажечь и самой воспылать. А я, подбирающий капельки ласки, хватающий искорки чуда огня, проснуться боюсь от пленительной сказки и думаю с четким предчувствием развязки, что делать, когда она бросит меня. Но это же после. А нынче в азарте я жду восхитительной встречи опять. Все кошки весьма упоительны в марте. И стало быть, марту пора наступать.